Какие красноярские вокально-танцевальные коллективы вы знаете? Доли, Прада, ну, пожалуй, все. В минувшие выходные клуб «Три дня дождя» презентовал собственную группу, которую в ближайшее время собираются раскрутить и отправить на гастроли по всей России. Про яркий старт и грандиозные планы 3D Air Project расскажем прямо сейчас. В минувший уикенд в ночном клубе «Три дня дождя» состоялась громкая премьера нового красноярского проекта 3D Air Project. Автором, идеологом, а теперь еще и продюсером выступил Дмитрий Швец. Проект 3DR – это лейбл, который мы сделали в городе Красноярске для специально одаренных музыкантов, диджакеев. Лейбл, который занимается как промоушеном, так записи определенных музыкантов, ну, соответственно, в клубной сфере. В рамках этого лейбла планируется запуск нескольких проектов, рассчитанных как на российскую, так и на западную аудиторию. Первенцем стал проект с одноименным названием 3D Air Project, состоящий из трех девушек, всех как на подбор красавиц, с вокально-танцевальным образованием и огромными планами на покорение планеты под названием шоу-бизнес. Для первого живого выступления продюсером был подготовлен специальный звуковой материал. Знаете, это такой сплав энергии, сплав вокала, танцев. Каждый в мере своих возможностей и таланта будет показывать зрителям то, на что он способен. Но это все будет очень совместно, очень слитно. Все-таки мы группа. Вот. Я думаю, что будет очень интересно, очень зажигательно. На следующий год в планах девушек и их продюсера победа на конкурсе Евровидения, а также большой творческий рост из местечкового красноярского коллектива в полноценный российский проект. Мы уверены, у них все получится.